Доброго времени суток всем зрителям нашего канала. В этом видео хочу затронуть тему мультиметра. Тема видео. В разговоре с одним из своих знакомых, как-то так между делом, он сказал, что выкинул свой мультиметр, так как он у него перестал работать после того, как он там что-то куда-то тыкнул. На мой вопрос, а менял ли он там предохранитель, он удивленно ответил, а что он там есть? Да, представьте себе, во многих бюджетных мультиметрах есть предохранитель. Правда, почему-то производитель не всегда это указывает, а часто вообще не указывает о его наличии и какой он там. Данный мультиметр я покупал на Алиэкспресс, где-то цена его $8, был очень им доволен, но не суть. Перед покупкой я уточнил, есть ли тут предохранитель и какой. Ну и давайте посмотрим, как сложно его менять. Поехали. Для начала отключаем. Это и снимаем вот эту, она же снимается, да, вот эту резиновую защиту. Да, еще не забыть вынуть отсюда батарейки. С этого надо начинать. Итак, вынимаем в данном мультиметре две мизинчиковые батарейки, что очень удобно, потому что я его приобрел на даче, сейчас живу на даче, и искать тут где-либо крону практически без вариантов. А два мизинчика не есть проблема. Так, и здесь у нас четыре винтика, который буду откручивать. Так, осталось его. Ага, он легко отсоединился. И вот у нас искомый предохранитель. В данной модели, как мне ответил китайский продавец, предохранитель стоит на 10 ампер 250 вольт. То есть, в случае чего легко его меняем и не надо покупать новый. На этом все. Всем спасибо за внимание. Кому понравилось, ставим лайки. А те, кто за производителей, те дизлайки. Всего хорошего. Удачи.